Очереди в «Запорожгаз» и раздражение среди запорожцев. На предприятии в три раза сократилось количество пунктов приема платежей граждан. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Сверка и перерасчет по газу сегодня для запорожцев миссия практически невыполнимая. Потребители газа вынуждены стоять в очередях часами, некоторые даже днями. Количество пунктов приема платежей «Запорожгаза» сократилось. Из 14 их осталось всего 4. И весь поток потребителей вынужден обслуживаться здесь. В очереди я стою с 9 часов утра. С 9 утра сегодняшнего дня? Да. И как продвигается? Очередь продвигается, вы видите, время сейчас уже сколько? 2 часа дня. По 5 человек. Вытяжки нет. Понимаете, вот как тут сидеть? Я живу в Шевченковском районе. Там все закрыли вот эти вот пункты, на которых мы оплачиваем. Я стою в половине 11-го. И поглядите, все идут вперед. Почему? Почему? Кто где? Я тоже льготница. У меня 2 удостоверения. Показать? К сожалению, в связи с закрытием отделений Надрабанка, в котором расположены были наши пункты приема, мы сотрудничали долго и очень плодотворно, нам было удобно работать, удобно горожанам. На сегодняшний момент наше предприятие оказалось в ситуации, когда мы в срочном порядке ищем новые помещения, новую территорию для размещения наших пунктов. На сегодняшний момент работают только 4 пункта приема. Помимо сокращения количества пунктов обслуживания газовых абонентов, запорожцы сетуют и на качество. Впрочем, в «Запорожгазе» говорят, постарались сделать все для удобства. Теперь работающие запорожцы могут сделать сверку или перерасчет в субботу. Для того, чтобы обеспечить возможность людям, те, кто не могут прийти в рабочее время, посетить перерасчет в нашей абонентной службе, мы теперь открыли возможность в субботу приходить людям, и у нас работают наши операторы, поэтому пятница – выходной день. Работающему человеку практически невозможно сюда попасть, потому что принимают с понедельника по четверг до 5 часов, а в субботу здесь принимают всего лишь 2 окна из 10. То есть все люди, коридор, вот 200-300 человек, они не могут, даже если придут в 6 часов, попасть до самого закрытия. Поэтому сказать, что суббота – приемный день, ну, скажем так, это, наверное, неправильно. Руководство «Запорожгаза» просит горожан потерпеть и с пониманием отнестись к проблемам предприятия. Чтобы немного разгрузить очереди, в предприятии заработал многоканальный колл-центр. По телефону 280-8104 можно сообщить показания счетчика, узнать о состоянии счета, сделать сверку по оплате, получить консультацию о поверке. А для льготных категорий по этому телефону предоставят информацию о наличии и размере субсидий. Обещают, что эта линия будет работать 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Мы предлагаем всем гражданам подключиться к работе через этот телефон и передавать показания. Таким образом, мы снимем несколько напряжений, возникшее в передаче показаний счетчиков. Ну а уже изменить ситуацию с перерасчетом нам не удастся до тех пор, пока будут действовать дифференцированные цены. Впрочем, возможно, государство вскоре решит этот вопрос, унифицировав цены на газ для населения. Тогда необходимость перерасчета уйдет сама по себе, отмечают эксперты.